В Даугавпилсе стартовал праздник города. На сей раз он проходит под девизом «Даугавпилс – это семья». И первым мероприятием стал День семьи на Старом Форштадте. У Дома культуры, который уже 20 лет приглашает горожан по пятницам на знаменитые «Вечера при свечах», собрались любители музыки и танцев. Действительно было приятно, когда вот эта инициатива Центра латышской культуры была очень, очень мило встречена жителями микрорайона. И я думаю, что, наверное, эта география даже расширится. Концерты в микрорайонах отличаются особым настроением. И артисты, и зрители – все свои. Каждое выступление встречают овациями. 30 мая большой праздничный концерт в рамках Дней города состоялся на Гриве. Его открыли воспитанники Латгальского джазового клуба, которые начинают заниматься музыкой уже в 2,5 года, а старшим в этом клубе за 40. Вообще то, что в каждом микрорайоне, это очень хорошо, чтобы могли, во-первых, районы порадоваться за то, что в каждом районе есть, приезжает сцена, где есть такой праздник. А для участников это великолепная возможность еще раз поднять свой опыт работы на сцене, опыт выступления перед людьми, перед зрителями. 31 мая жители Нового Форштадта в 18 часов смогут стать зрителями праздничного концерта, который пройдет у 16-й средней школы. В среду, 1 июня, в 18 часов, концерт состоится в микрорайоне Ругели, а в парке Дубровина с 12 до 15 часов пройдет праздник «Природа и душа», организованный детско-юношеским центром Ялмуга. Концерты в микрорайонах завершатся в четверг, 2 июня, в 18 часов, выступлениями творческих коллективов у Дворца культуры в микрорайоне Химиков. Вместе с нашими гостями, которые будут выступать на сцене, у нас где-то около 200 заявок. Так что действительно очень, очень приятно, что люди отзывались и готовы участвовать. И солисты, и группы, и спортсмены, и студии. Так что очень разнообразные коллективы, очень разнообразные выступающие. Выходные дни. Праздник города развернется во всем своем великолепии с ярмаркой, концертами, авиашоу и салютом, который прогремит над Даугавой 4 июня в 23 часа.